Это да. О! Дно чистое, по крайней мере, пока. Есть, ребята. Прикинь, чё? Это, блин. Это карпик, ребята. Это карпик. Черный такой, злой, как зараза. Дуплетиком пошло. Да. Опа, одинаковые практически. Я его подбавил. Ну, короче, на этом рыбалка наша уже постепенно подходит к концу. Есть. Вместе с ногтями. Ух ты! Держи. Нормально? Да. Давай. Видел это? Я рядом стоял, ты прикинь. Это рожки хорошие, да? Если б не рожки, да, мы б уже потеряли б на бойца одного. Да. Давай, готов там. А? Не, ну, трофейный. Сосаку готовить? Это, ну, смотри. Ну, нормально, глянь. Хоть что-то, хоть какие-то изменения уже. В лучшую сторону. Ну, у меня такой же, как и в прошлый раз. Мы просто в этот раз послушали местного эксперта, поговорили. Он говорит, ребята, садитесь в другой сторону. Да, садитесь, говорит, там, где мель. Говорит, там, где мель, говорит, есть крупный карпик. Ну и мы, надо в таких случаях в основном слушать таких людей, потому что они дело говорят. У меня так было на одном водоеме. Просто мальчик мимо пробегал, говорит, а что вы, дядя, говорит, ловите? Тут на такой не клюет, тут надо ставить, говорит, фиолетовый силикон, говорит, вот на него клюет хорошо. Я только поставил, тут такое эльдорадо было по щуке. Да. Водоем, конечно, прелестный. Если кто-то хочет половить карпа, если кто-то умеет ловить карпа, ну не так, как мы в этом случае, наверное, дилетанты в этой рыбалке, мы так, на колхозные кормачки ловим. А если кто-то умеет, я думаю, здесь можно творить вещи. Да. Уверен. Уверенно, да, можно уверенно брать хороших трофеи, тем более они здесь есть, я так думаю. Водоем недавно зарыбили, из-за этого мелкий карп и клюет. А если ж кто шарит, тот, я думаю, от мелочи избавится. На раз-два, да. Ух ты! Ты понял? Нормально, да? Да ну не нормально, ну поклевка сама. И блин, тупо я жру, спиннинг слетит с рожек с этих, вылетает. Ощущение, конечно, непередаваемое. Сопротивляется там еще. Где там рулетка? Давай мерить. Сейчас мы его промеряем. Ровно 25. С хвостом, правда. С хвостом нам не подходит. Красавчик. Все, давай. Беги. Бульк. Воу, полегче. О, бойл. Бойл что-то заинтересовался ним кто-то. У меня, конечно, сигнализатор такой же, как и на кормаке, на обычном. О!
Куда ты там собрался? Возле берега мелочь. Дальше покрупнее. Да? Да. Блин. Насколько богат водоем на такого мелкого карпика. Когда-то он вырастет. Когда-то он вырастет, если дадут. А что не дадут? Да потому что у нас страна такая. А, может, это... Скажут сейчас, пацаны, вы, короче, нам должны аренды за 30 лет вперед. Да. И давайте мы, короче, немножко подняли ее там. Вы платили 30 тысяч в год, а сейчас будете 300 платить. Что? Красную рыбу не разводите? Странно. Должны, да? Да. По-другому. А как вы тогда собираетесь такие деньжищи зарабатывать? Вот как-то у нас все так проходит. Блин. Блин, была поклевка такая хорошая, набойл. И зацеп какой-то. Сейчас буду пробовать срывать. По ощущениям, конечно, мертвый. Но один такой я уже сорвал мертвый. Благо, у меня нитка стоит китайская. Ей пофигу. Такие движения. Короче, где-то он там возле коряшки сидит, себя неплохо чувствует. Рыба нема? Не пойму. Непонятно. У тебя он есть. Бежай себя. Все, оторвался поводочек. Сейчас буду новый монтажировать. Пока там занимался ерундой. Поплавочку настраивал. Спиннинг чуть не улетел. Почти съедобный. Пойдет, да? Садок. А-тя-тя-тя-тя. Так, я что-то отстаю. Тихо. Да не пищи, не пищи, не скули. Поплавок молчит, да? Да, ну, если б ты видишь как. Когда на него, на поплавок-то ловить? Ну да. Сейчас секунду. Я думаю, что за дела такие? А у меня тут дуплетик. Все, говори. Да, два сразу. Я решил тут побаловаться поплавочкой. Эть! Иди сюда. Так, как ты там говорил? Кверху пузом переворачивать. Ага. Да. Вот такой вот. Карпик. Ой, блин, какой это кайф. Подустал? Оп! Хорош! Хорош! Нём-нём-нём-нём-нём. Поводим. Ну, ща, еще разочек. Значит, решил я взять спиннинг. Говорят, здесь еще судак есть, окунь и щука. Ну вот решил я взять спиннинг и попробую сейчас половить что-нибудь. Ну, пока есть время, забросил бойл там, поставил, чтобы не утащило спиннинг. А сам, думаю, пройдусь немножко. Кот со мной, он ходит, дружара. Кот дружара. Сегодня так тепленько, тучки опять набежали. Было солнечно, мы приехали в обед. Было солнечно. Сейчас вон тучки набежали, конечно, так себе. Так, здесь что-то такое по типу дамбы. Сейчас иду проверять.
на наличие окуня и судака. Говорит местный, я не знаю, кто он здесь, ну работник, в общем, местный работник говорит, что судак есть 6 килограмм, 7 был, 8, говорит, 10. Вот хочу проверить, а вдруг он действительно только меня и ждет. Вот такой вот, ребята, переливчик. Неплохой такой краник там стоит. Дно чистое, по крайней мере, пока. Есть. Есть, ребята. Прикинь. Прикинь, чё? Прикинь. Друзья, это судак. Прикинь, чё? Судачка поймал. Обалдеть. Блин, вот это прикол. Не соврал, ты гляди, действительно. Ну такой, конечно, не самый достойный экземпляр, но факт остается фактом. Судак-то здесь есть. А если здесь есть такой судак, значит, должен быть и большой. Костылик, да, такой? Класс. Давай, 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 по папку, по мамку, давай, веди всех сюда, ты чего? Сейчас мы... Ну давай, блин, адреналина получил столько, блин, я когда ловил на двушку, на трешку там судака, вообще адреналина столько не получал, как сейчас. Да? Вы представляете, какой водоем богатый на рыбу. Есть, ребята, опять поклевочка. А это окунь, ребятушки. Это окушочек. Небольшой, конечно, но приятный. Вот такой вот. Ой! Давай, обратно. Водичку, спасибо тебе большое. О, сюда окунь есть. Я тут налегке сегодня, без особо там каких-то приманок, окунёва судачек. Как говорится, в чем была, том и пришла. Есть. Есть. Ребята, есть. Это... Блин. Это карпик, ребята. Это карпик. Черный такой, злой, как зараза. Я так и знал, что карпа настолько дофигища мелкого. Я думал, что он на силикон по-любому должен клевать. Ну и вот он. Красавчик. Красавела. Давай, давай, крупняк, зови уже. Сколько можно мелочь дергать. Ну вы знаете, на ультралайт, конечно, таких карпах, карпов доставать из воды намного большее удовольствие, нежели на телескоп. Поклевка, конечно, такая серьезная была. Настолько разнообразный водоем в плане рыбы. Есть. Это окунь, наверное. Клюнул, конечно. Хе-хе. Хорош. Сегодня у нас такая рыбалка, как это правильно сказать, спортивная. Вся рыба практически пойманная отправляется обратно. Потому что арендатор в этом плане молодец. Есть размеры установленные, которые можно брать. И все. Есть, красавчик. Полосатенький. Лег сверху на приманочку. Все, 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 все. Успокойся. Вот такой вот. Ну все. Давай. Ушел.
Хорошо. Пошел тут на камушки посмотреть. Вот такое вот судачище. Оп. Свободен. Прям как клюнет, как клюнет. И тут глянем на поплавочку, что творит. О, тут сошел. А? Тут сам сошел, хорошо. Та что ему будет? Бойлу твоему. Ого, там в шахте. Я еще новостей послушал. Есть тут, короче, еще бесплатный водоем, на котором на червя судак ловится килограммовый. Да. Ну, кто? Местный? Да, где-то с другой стороны, как ехать отсюда на Серебрянку. Я понял. Поклевочка. Опа! Это да. А я такой думаю, что за дела? Я удочку ложу, понял, она спускается. Ложу, она спускается. Вон там. А у меня аж такая же герметичная. Да потом отдашь. Сейчас нет. Можешь коробок положить, если хочешь.